во-первых, поздравляем с окончанием первого тура домашнего. Наверное, не все получилось, но по сегодняшней начнем игре. Что у нас сегодня получилось? По тайбрейке уступили. Наверное, сказалось усталость за, ну, уже четвертый день, получается, играем. Был один выходной, то есть пятый, да. Первую партию, то есть не взяли где-то брейков, нужно было найти брейки, не нашли брейков, шли ровно и в конце чуть-чуть уступили, не повезло. Вторую партию хорошо нашли как раз свои брейки, то есть на подаче отодвинули их от сетки, блоком чуть прикрыли и взяли вторую партию. Третья партия, наверное, просто посыпались, они нас отвели от сетки, пару раз нас зачехлили, вот, не получилось, просто, ну, посыпались третьей партии. Четвертую партию хорошо переломили, то есть шли ровно, нашли также свои брейки. Вот, переломили ее, а, ну, пятая партия — это лотерея. Вначале чуть-чуть провалили, то есть они 3-0 начали вести, и вот до конца они это преимущество держали, мы не смогли найти брейков. Вот, но в целом игра неплохая, но провалились в некоторых компонентах, в некоторых партиях, то есть могли, то есть лучше сыграть намного. Если в целом по всему туру, какие ощущения от игры своей команды, может быть, свою личную какую-то оценку? Ну, ощущения только положительные, то есть хорошие 4 игры, хорошие соперники — Локомотив, Кузбасс. Ну, очень интересные игры, очень антуражные, то есть все, не все получалось, конечно, да, но из этого извлекем опыт, изучим свои ошибки, сделаем над ними работу, и Красноярску будем уже сильнее. Не могу не спросить про связующего. Захар Прытков помогал в последнее время в основной команде. На тур он, можно сказать, наверное, почти без тренировок пришел. Да. Насколько вот не хватало именно там сыгранности? Ну, не очень сильно. То есть вот буквально там 2-3 тренировки мы друг друга почувствовали уже вот ко второй, к третьей, наверное, игре. То есть понимали, как уже с друг другом играть. Он меня, ну, то есть он понял, как мне пасовать, я понял, как под его передачу подстраиваться, и все стало более-менее отлично. Не сильно сказалось, значит, получается в целом. Про свою игру. Вот как оценишь именно свою игру? Ну, в целом неплохо, но мне нужно побольше, наверное, в концовках решать все-таки команду, поддерживать все-таки я капитан. Вот, некоторые концовки, то есть и первую игру с Локомотивом ударил в аут, то есть в первой партии. Там также и в третьей партии, то есть также в блок ударил, вот, не решил две концовки, то есть мог решить их, и тогда бы выиграли, может быть. Также сегодня, то есть в концовках надо больше было на себя ответственности брать, передачу просить. Не смог, ну, надо работать над этим, над стрессоустойчивостью, то есть чтобы решать эти концовки. Если начну решать, то будем побеждать.